Во многих православных приходах нашей страны доброй традицией стали праздничные концерты для военнослужащих. В Волгограде такой концерт организовали сразу два храма. Храм всех святых на Мамаевом кургане и храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. В гости к солдатам приехали педагоги и ученики воскресных школ, а также творческие коллективы Волгограда. Популярная и любимая многими песня «Катюша», слова которой во время Великой Отечественной войны знал каждый солдат и сейчас близка защитникам Отечества. Ведь в этой песне есть лиризм и задушевность, которые так близки многим воинам, от рядовых до генералов. Именно поэтому песня считается народной, так же, как песня «Когда мы были на войне». О смелости, воинской дружбе, о любви и о красоте жизни были исполнены на концерте, который прошел в Волгограде по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. На творческом вечере, который состоялся в военном гарнизонном госпитале, выступали не только взрослые, но и дети. Для маленьких артистов, так же как и для зрителей, это благотворительное мероприятие было очень важным. Много значит участие для детей именно в такого рода мероприятиях, потому что это все-таки воспитывает, ну, во-первых, патриотизм, во-вторых, чувство доброты, милосердия. Ребята с огромным удовольствием каждый год встают с утра пораньше и едут на этот концерт. Также артистами были собраны подарки для солдат, в которые воспитанники воскресных школ вложили поздравительные письма защитникам Отечества со словами благодарности и пожеланиями скорейшего выздоровления. Солдатам, которые не смогли посетить концерт, подарки в палаты перенесли священник прихода святого праведного Иоанна Кронштадтского, отец Дамиан, с казаками Благовещенской станицы.